И снова всем здорово, Волвар Флит Команд. Ой. Так. План Б. Так, прощальный подарочек. Сняли. Теперь будет самая геморройная задача, это уничтожить эту крепость главную. Что это такое? Так, погоди. Четыре миллиона, один миллион на восемь. Так. Паразиты, мощные многоцилиндровые рельсотроны, несущие полезную нагрузку, перманентно они требуют так много энергии для стрельбы. Единственный эффективный способ уничтожить газ, уничтожить все караульные посты. Блин, обстрел Лугана может быть проблема. Его охренеть долбить. Так, еще есть караульные посты? Я их не вижу, если что.
Так, пока все хорошо. Вас тут хватает. Пусть огневая мощь у меня будет, мягко сказать, хорошая. Хорошо буду сбивать практически все цели. Воды. Чинить. Так, давай тогда я сразу тут залугрейжу. А, да. Так, у нас это все будет вон с той стороны, я все понял. Так, ну защита как по стандарту, вот это маленькая, больше пока не надо. Тахионка, все. Сейчас мы должны отвоевать ту территорию. Так, желтый сразу вперед, зелененький чуть назад.
сюда. И сюда. Многовато здесь сильных противников, я тебе скажу, это немного плохо. Она стреляет, гадина, что ли, до сих пор? А, это это. Вот Рейл не стреляет, вероятно, я смогу его захватить. Крафты строят. Писали, что меня не слышно. Народ, здесь дело не в том, что я буду говорить. Слышно меня или нет. Тут главное выстрелы слышно. И само удовольствие от игры получает ее масштабности. Вам тоже самое советую. Полезных каких-то тут советов я тоже не даю, в принципе. Так. Это хорошо. Здесь доделали. Попробуйте отремонтировать того другана. И количество крепостей у нас растет. Хотелось бы мне в это верить, но это не так. Я могу что предложить? Еще здесь парочку крепостей разместить, а? Как считаешь? В принципе, неплохая идея. Так-то если.
Так, они все сожрали, дай-ка я посмотрю. Может, что-нибудь новенькое появилось? Сомневаюсь, правда, но... Все ж таки интересно. А то по уровням растем. А толку нифига, и, кстати говоря. Уничтоженные модули ты не восстанавливаешь. Крепости здесь как-то странно. Новые орудия коти появились. Все изучить можем. Нет, оружия вроде было больше, слушай. Что тут еще не до конца развился, надо еще пару систем отжать. Так, ладно, меняем местами слагаемое. Они там вообще когда-нибудь кончатся? У меня вопрос такой скромный. Потоком просто идут. Что еще может сюда прийти, это немного страшно даже подумать. Так, звездолет или что мне изучать-то, блин? Не смешно. Так, звездолеты. Где еще я изучил, я вот задаюсь вопросом иногда. Я вот что-то не знаю даже ответа. Так, может попробовать ракетную построить? Это где-то в ракетной строится? Или еще где-то? Давай поэкспериментируем. Не, в ракетной строится ракета. Это я и так вижу. Так, слушай, дай-ка я почитаю все-таки, что я там изучал. А то у меня что-то башка уже взрываться начинает. Так, когда играешь в разные игры, забываешь, что есть в одной игре. Тут же у нас звездные верфи-то распределяются под разные категории. Защитные, подавление и просто звездолеты. Все расставил, все начал готовиться, здесь ставим паузу. Там продолжаем бой. Так что у нас сейчас будет прибавка военной силы не кислая.
проигрывает, это хорошо, в принципе. Так, пиво, наверное, надо будет. Не, ну это будет такая предпоследняя линия обороны. Никуда его не надо будет. А мне надо будет захватить еще... Блин. Ну, желательно до сюда бы. Доползти. Сейчас я голем построю, это, наверное, все уничтожу. Хотя он у нас голем-улей. Мне будет неплохо нырять толпу. Пускать халявные юниты. Мне бы лично надоело. Хотя... Думаю, со звездолетами подавления уже будет как-то поинтереснее. Оу. Кто это у нас такой щит имеет? Так, все. Улей готов. Я. Так, а здесь у нас вообще сюда ничего не должно идти было. Ха-ха, ой-ой.
должна была здесь создаваться. Что-то как-то лоханулся я, ну ладно. Думаю, уже пора отправлять их на передовую. Так, тут караульный пост у них еще есть, я смотрю. Ай-яй-яй. Надо его сшибать. Так, а здесь у него вообще какие-то хоть шансы есть? Маленькие. Не уверен, но проверим. Огорцевали тогда пока. Попробуем их хоть отвлечь как-нибудь, блин. Так, эти даже не под общим щитом, а почему? Блин, шустрые гады, проблема. Так, ну эта проблема решается только каким методом? Уничтожаем что в первую очередь? Партизанский, блин, отряд. Thank you.
вряд ли здесь успеем. Да, тут очень много лезвий было. Так что да, стерли они порошок меня довольно шустро. Но одну из главных крепостей мы уничтожили, в принципе-то. Когорцуем туда. Звездолеты скоро, подавление всего остального тоже будут. Попробуем прорваться ко мне туда. И по поводу эффективности истребителей, она громадная просто. Так, для начала журнал. Надо нам переключить на основную дополнительную ось, чтобы понять, где мне еще могут быть таращиться войска. Юмора не понял, но вижу. Военную силу они мне показывают, я так и въехать до сих пор не могу. Ну ладно. Так, голем второй должен идти тоже сюда. Он хоть довольно и медленный. Бы его другое место не послал. Там, где ему точно не место. Хотя не факт.
должен быть по-любому где-то здесь. А, вот. Вот он, Вагадрон, пошел. Так, здесь войск у них немного, у них, значит, вот эта вот точка. Может удивить, да? Что ж, народ, ладно, я на этом закончу. Увидимся в следующих сериях. Сейчас я на магазин Гарцену как раз проветрю голову. Посмотрим. Может, потом Mass Effect сыграю, что-нибудь еще. Как настроение будет? Всем удачи, всем пока.